Снаряд в Дубовой роще, купил марихуану, украденный кабель и пьяный за рулем. Об этих и других событиях в городе в короткой сводке новостей. В Центральном парке культуры и отдыха Дубовая роща местный житель нашел предмет, похожий на боеприпас. Сразу же вызвал патрульную полицию. Место происшествия огородили и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. На улице Курузова патрульный экипаж заметил гражданина, который попытался скрыться в подъезде. Его остановили и обнаружили 4 свертка из фольги, в которых находилось вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения. Как пояснил гражданин, это марихуана, которую он приобрел у неизвестного мужчины. Неравнодушный гражданин сообщил, что на бульваре Бельфорский выжигают кабели. В промышленной зоне поблизости патрульные обнаружили 28-летнего гражданина, а рядом с ним большую связку медных кабелей, часть из которых он уже успел выжечь. Откуда у мужчины кабель, тот объяснить не смог. Около 4 часов ночи во время пешего патрулирования на улице Алексея Парады патрульные обнаружили автомобиль, а рядом троих мужчин, которые начали разбегаться в разные стороны. Их догнали и задержали. На месте обнаружили моток скрученной проволоки около 40 метров, а в багажнике электроинструмент, топор, пилу по металлу и монтажный лом. Мужчины не смогли объяснить, откуда у них эти кабели. Ночью в Днепровском районе патрульные обратили внимание на ВАЗ, у которого не было предусмотренного конструкции переднего бампера. Во время беседы с водителем инспекторы обнаружили у него признаки наркотического опьянения. К тому же у 24-летнего запорожца не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на авто. Под капотом в ходе проверки номеров агрегатов выяснилось, что на данном авто эти номера вообще отсутствуют.